Я заболел. Я смотрю, как рисуют другие, а сам не рисую. Это ужасно. О, да, это очень ужасно. Я теперь всегда так буду делать. Привет, ребят, вы на канале Рыбакит, и я, Ваня, вам чего-нибудь сегодня расскажу. Я не буду рисовать, хотя нет, я сегодня порисую, но что-то такое совсем простое, а при этом поговорю и расскажу вам, что я думаю по поводу того, что называется мой ролик сегодня. Я, как я уже сказал раньше, я смотрю, как рисуют другие, а сам не рисую. Я заболел. Вот это большая проблема, мне кажется, у многих ребят, и совсем не только у ребят, но и вообще у взрослых людей тоже та же самая проблема. Все смотрят, как сериалы, как смотрят, как живут другие люди, как чего, как они там любят, женятся, работают, получают успехи, доспехи и все такое, там, где справедливость они находят и так далее. В общем, заменяемость такая наших сегодняшних контентов, наш контент, вообще все вот вещи, которые мы сейчас делаем в нашем мире, они заменяют нам реальный мир, как бы такая даже виртуальная графика, виртуальная жизнь без виртуальной жизни как таковой, понимаете? Вы просто смотрите, как я рисую постоянно с утра до вечера, вам этого достаточно, вам не нужно самим рисовать. Если вы хотите полюбоваться хорошим рисунком, посмотрите, как рисует там девочка, как рисует мальчик, как еще кто-то рисует, какие-то еще есть люди. И, в общем-то, если вы хотите, ну, и вот так себя и ведут. И это вообще очень усугубляет поведение, что вы как бы сами-то и не живете, а взаимозаменяемость вот этих вещей, она вам помогает как бы заменять. Вам не хватает творчества, вы смотрите, как я рисую, вам не хватает там экшена, вы смотрите других экшен-каналы там или какой-то супер-боевик, который тоже очень классно все это делает. Вы такие, вау, вы хотите приключений, вы идете на приключения и получаете приключения. Самое особо об этом не думая и, в общем-то, удовольствие получили. То же самое вот и здесь. И это немножко печалит. Если бы в детстве у меня был YouTube, вероятно, я тоже, может быть, и завис на этом деле. И, может быть, даже и не научился бы рисовать, потому что я просто смотрел бы, как другие рисуют. У меня был художественные какие-то школы, журналы, там, не знаю, по картинным галереям. Или я видел, как другие немножко рисуют, мои ребята, сверстники. И это мне давало какой-то стимул к тому, что я хотел что-то большего. И вот мне кажется, что иногда такие вещи, как популярные вещи, такие вещи, как популярные всего вот этих вот медиа-контент, которые медиа-индустрия, которая сейчас возникает, там, девушки про любовь поют, парни там захватывают там мир, они немножко не такие, какие мы ожидали их, и они нами больше пользуются, чем надо. И мне хочется вам заметить это, что если вы такой болезнью страдаете, то вам нужно немножко встрепенуться, бросить на все вот это такой взгляд со стороны и подумать, а стоит ли так жить, хотел бы ли я так жить, и как бы это не я сам по себе, а другие люди рисуют, показывают мне. Я даже ничего сам по себе и не могу сделать, наверное. Что бы мне нарисовать? Я хочу нарисовать два смайлика. Таких два смайлика, совершенно одинаковых два смайлика, оранжевых, желтых. Один будет улыбаться у меня, один улыбается смайлик, а другой печальный. С одной стороны, я рад, что есть такие технологии, как YouTube, когда можно делиться своими возможностями. Вот я могу поделиться с вами, вы со мной. Я этому рад. Я рад, что есть такие технологии, что у каждого сейчас есть камеры, возможности. Все это не очень дорого. Практически каждый себе может позволить. И детям больше всего известно. И они могут больше. Я этому очень рад. Но с другой стороны, я не рад, что они не умеют этим пользоваться, их не учат этим пользоваться, они сидят целыми днями, смотрят, заменяют интересные свою жизнь, заменяют другими вещами. И вот это мне не очень радует. И я как бы и хотел, как бы, с одной стороны, я радуюсь, что я очень рад, что есть интернет, я рад, что есть контакт, что можно все рассказать друг другу, там, поделиться с друзьями,
Все. Но я не очень рад, что это забило весь мозг, и люди слабые, которые не подготовлены, не научены, они не могут этого сделать, понимаете? Из-за этого они заболевают такой болезнью. Это не я, это другой человек. Я живу жизнью других людей. Как бы такой, может быть, постарше ребятам, которые задумываются об этом. В общем, я заболел. Теперь я буду только смотреть, как другие рисуют. Даже свой канал больше не буду вести. Только буду смотреть, как другие девчонки рисуют пони. Да, пони. Мне нравится пони. Я буду рисовать его сушка. Да. И только фломастером. Old school. Спасибо, что смотрели, ребят. Вы были на канале Рыбаки. Дальше я буду еще что-нибудь рассказывать вам. В общем, задумайтесь, подумайте. Может быть, у вас что-то возбудится. Вы такие: «А, я хочу что-то делать, я буду ругаться». Лучше ругаться, чем просто смотреть. Пока.